I visited Azerbaijan many years, and the first time it was 15 years ago. And I remember. Я был в Азербайджане много раз. В первый раз я посетил эту страну 15 лет назад. Я помню, каким был Баку, и видел, каким он стал теперь. И по моему мнению, Баку совершенно изменился. Это красивый город. Я думаю, один из красивейших городов на Кавказе, наряду с Тбилиси. Азербайджан – это очень интересное государство, потому что религии здесь спокойно живут вместе. Также это интересное государство и с точки зрения экономического развития. Конечно, сейчас экономика в сложном положении, потому что цены на нефть падают. Но я надеюсь, что ситуация улучшится. Я думаю, что Азербайджан на правильном пути. Что касается урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, официально существует Минская группа, которая действует уже на протяжении 20 лет. Мне кажется, что разумным людям с обеих сторон пора договориться, но первые шаги должны быть сделаны Арменией, которая оккупировала территорию Азербайджана.